Вартовчанка Жанна Троценко стала лучшим молодым предпринимателем России. Итоги одноименного конкурса подвели на Всероссийском молодежном экономическом конгрессе. За звание лучших боролись авторы проектов из 60 регионов страны. Перед жюри югорчанка презентовала свой бизнес, центр для детей с особенностями развития. В результате Жанна Троценко победила сразу в двух номинациях – социальное предпринимательство и лучший женский проект. Добавлю, в центре, который открыла Жанна, помогают детям с аутизмом и задержкой развития. Их учат говорить, читать, развивают координацию и оказывают психологическую помощь. Когда мы открывались, мы не зацикливались на диагнозе. Вообще мы не спрашиваем диагноз, когда к нам приходят дети. Ребенок пришел, мы видим, какие у него, к примеру, есть трудности, да, там, в обучении, или трудности там, в чтении, или трудности с поведением. Мы спрашиваем у мамы, у папы, что они хотят от наших занятий увидеть, зачем они пришли, с какими проблемами. Вот с этим мы и начинаем работать.